Ну что, ехали за рулем 18 часов. Приехали в Агроэко, значит, усадьбу. Две комнаты. Ну, комната фигня. Ну, так обычно все нормально, как бы уютненько, хорошо, две кровати. А вот кухонка такая прикольная, с претензией на стиль. Нормально. С диванчиками, кают-компания такая. А что цвет выключился сейчас? Автоматически. Ага. Автоматически? О, автоматически. А завтра с утра рано в Домачево. И должны мы завтра быть в Кракове. Все. Спокойной ночи всем.